привет! Это снова Кейки и Флип. И сегодня у нас рубрика How To с Юрой. Начинающий, но будущий профессионал скейтбординга. Разучим новый трюк. Это будет рок-н-ролл. А Юра у нас прогрессирует. Все трюки, которые он выбирает, обязательно посмотрите в наших видео. Не пропустите Юрин прогресс. И не забудьте респектнуть нам и Юре за старание, поставить лайки, колокольчики, написать комментарии. И напишите в комментариях, какой Юре следующий трюк попробовать. Что, погнали? Вот у нас уже умеешь рок-ту-фейки делать. И для того, чтобы сделать рок-н-ролл, мы пройдем вначале одно упражнение, которое тебе в будущем поможет побыстрее справиться с этим трюком. В рок-н-ролле нам понадобится дополнительное движение уже плечей. То есть первый тык у тебя должен уже сопутствоваться развороту на 90 градусов плечей, которые продолжают движение, и ты спокойно наступаешь на уезде в переднюю ногу. Я покажу. То есть с плечами лучше не медлить. То есть если вы будете ехать до конца вот с прямыми вдоль направленными плечами вдоль скейта, я имею в виду, то придется дополнительное время потратить на то, чтобы и плечи выдержать. Так тяжелее увидеть сам уезд. Поэтому плечи прям надо прям постараться над тем, что ты их будешь заранее заносить. Давай вначале внизу потыкай. Ну, более-менее. А если еще чуть-чуть пораньше занести? А ноги у меня где вообще должны стоять? Как на рок-ту-фейке. Одна задняя нога у нас обхватывает тейл. Чуть-чуть пальчиков можно дать спереди, чтобы как они торчали. Добычу. Передняя нога тоже не висит до края. То есть так? Да. Да. Именно. Продолжаем. Вот эта ошибка, скорее всего, из-за того, что ты дал вес в переднюю ногу. Мы когда в радиусе вот так стоим, то задняя нога, на ней больше веса. Эта нога свободная. Не передавливает переднюю ногу. То есть весь трюк, на самом деле, что рок-ту-фейки, что рок-н-ролл, делаются два тычка, грубо говоря, с расслабленной передней ногой. Не надо туда веса давать. То есть первый тык и второй, вот только здесь ты вес возвращаешь в переднюю ногу тоже. В рок-ту-фейке у нас почти та же самая история. Мы заезжаем на этой ноге, закладываем, ничего туда не передавливаем. И также снимаем. И только здесь мы вес в две ноги возвращаем. И не отпрыгивай от доски, не делай вот этого движения, чтобы у тебя рычаг продолжал работать, чтобы у тебя ногу был приклеен к стопе. Когда ты вот это движение делаешь, то мало того, что ногу выпрямляешь, все у тебя может контроль как раз вот этот потеряться. Лучше. Юр, попробуй чуть переднюю ногу сейчас, чуть-чуть подсдвинь. Открой хотя бы болтик там, ага. Чем ногу ближе к центру ставишь, тем рычаг сильнее работает. Уже получше. Сейчас идет тык, начинаешь уезжать, чуть-чуть руку уводишь. Старайся, чтобы у тебя был тык, рука продолжала уезжать, чтобы когда ты уже во вторую ногу встаешь, чтобы у тебя ноги как будто под плечами оказались. О, вот это хорошо, да, понравилось? Юр, смотри, еще момент. Опять нога чуть-чуть передняя сейчас у тебя торчит. У нас опять, когда у нас идут бэксайд движения, лучше убирать ногу, чтобы она вела доску. Что в обратную сторону действует на фронтсайдах.
так при фронтсайде она может слететь, а когда пальчики как раз торчат, она будет вести доску. Справился, но сосисочно. На маленьком радиусе так реально выехать. Но если ты потом будешь вжимание добавлять, чтобы ты ходов набрал, из-за того, что у тебя вот здесь плечо развернуто, вот сам на полу даже встань, разверни вот так плечо, у тебя вес уходит в заднюю ногу. Так ты будешь вжиматься, скорее всего, из-под тебя доска выскочит. Рукой себя показала и туда наступила. О! Хорошо, это понравилось. Давай, Юра, rock to fake для рассказа тебе. Ready? Давай. Ага. Для начала хорошо, очень хорошо. Плечо, плечо, за плечом следи. Да, не повернул. Вот опять, у тебя прям нога передняя соскакивает. Попробуй подубрать, вот прям сантиметрик вот здесь себе оставь. Плечи. Неплохо, но смотри, у тебя по сути должно быть, когда ты закладываешь, плечики уже почти на 90 подкрутились, и все на уезде. Правая чуть повыше, левая вниз уходит. Еще. Может, Юра, может. Хорошо. Прям очень хорошо идет. Вот что значит накат. Вы даже не представляете, сколько Юра Rock to Fake накатывал. Хорошо. Со Змеем Горынычем. С драконом. Вот дракон, сейчас будет дракон. Окей. Не выпрямляй стоп. Юр, ногу чуть-чуть переднюю сдвигай, все равно пальцы торчат, так не совсем комфортно. У меня веса больше на задней ноге. Опять, не за счет того, что я туда плечи перетаскиваю, а просто тазом чуть-чуть. Подвыпрямился опять. Да. Колени помягче. Сейчас сделай, в любом сделай. Плечо как бы закрываешь, вот это открываешь. Здесь, в принципе, все видно. Прикатаешься, потом, конечно, будешь это автоматически делать. Вот. Не тяни сюда правую руку сейчас. Я тебе ее сюда отвожу, да. А ты ее сейчас прям сюда притянул. Наоборот, положил и продолжай движение плечами. Хорошо. Было само. Руками помогай себе. Сейчас чуть-чуть в расколбас уехал. Вот такой рок-н-ролл. Или вот такой рок-н-ролл. Тянешь, видишь? О, хорошо! Пробуй вот это плечо открыть. Правое плечо постарайся открыть. А левое как раз закрывай туда, вниз его. На сходе, когда доску снимаешь, как будто чуть-чуть привстаешь и немного вываливаешься сам из доски. Прям до конца внутри сидишь, положил и уехал. Дракон или не дракон? Давай без. Давай еще раз тогда.
пока плечи. Но я знаю, ты доберешься. Продану. Вот так, да? Офигеть. Ну что, за это по-любому надо поставить лайк. И гигантский респект. Первача сделал трюк. Круто. Но теперь только накат. Следите за Юриными трюками, за Юриным прогрессом. И увидимся на как и флип. Лайки, подписки, колокольчики не забываем.